играть. Ну, конечно, вели в счете, могли брать эту игру. Не повезло немножко в конце матча, нам залетели 2 гола. Не удержали преимущество. Начало было очень отличным и прямо удивительным. Настрой был запредельный перед Новым годом. И такая команда, никого даже не надо настраивать, со СКА играть как бы. Поэтому выходили, бились. Немножко арбитры там запутали. Получается, первый гол на ваш счет? Ну, записали первый, на меня. И первый гол в КХЛ. Но я все-таки думаю, что Егор Яковлев добил ее. Но если записали на меня, я не против. На прошлом матче Сергей Александрович сказал, что болезнь третьего периода закончилась. Что случилось в этот раз? Да никакой болезни, я думаю, не было. Ну, это все-таки СКА. Нам не удалось удержать преимущество. Все, я думаю, все понимают. Все видели матч, мы бились, как бы, но так получилось, не повезло. Фортуна ему улыбнулась в третьем периоде. Сейчас уже новогоднее настроение? Ну, сейчас немножко отойдем от матча еще. Все-таки все равно обидно, хоть должны были побеждать, вели в счете. Я думаю, сейчас отдохнем немножко и уже будем готовиться к празднику. Аншлаг как восприняли в команде? Это всегда приятно, конечно, когда столько народу. Очень мы довольны. Это настрой дополнительный для нас, мотивация. Мы были довольны. Приятно играть, когда полный стадион.